Что не хватает фонафганцу? На эту тему уже довольно много людей сняли свой видеоролик, и довольно много людей высказали свое мнение. К сожалению, много из этих людей говорят, что просто разработчикам лень делать обновления, они забили на игру, и просто они дебилы или как-то еще по-другому. Но в этом видео я хочу подробно разобрать эту тему. У микрофона Авилов, ну а мы начинаем. Как вы знаете, уже большое количество людей стало уходить из фонафганца. Из-за этого игроки стали называть игрой умершей или просто скатившейся. Но есть масса причин, почему это происходит. Первая причина. Люди вырастают, из-за этого их интерес тоже меняется. Вторая причина. Со временем у людей появляется возможность играть в другие игры, которые требуют больше памяти, а также требуют больше нагрузки процессора. Третья причина. Следующая причина зависит от личной жизни самого игрока. Четвертая причина. Телефон или другая техника – это то, что может сломаться или выйти из строя. С комьюнити мы разобрались. Теперь пришло время перейти к разработчикам. На данный момент разработчики заняты новым обновлением, новой ареной и также новым Battle Pass'ом. Кстати, если вам интересно, что могут добавить в новом обновлении фонафганца, то переходите по ссылке в описании на этот видеоролик от Колпи после просмотра данного видеоролика. Также не стоит забывать, что разработчики тоже люди, и они не могут делать обновления каждый день, каждый час или каждую секунду. Также у разработчиков есть свои потребности. Теперь пришло время рассказать, что не хватает фонафганцу, разработчикам и фок-комьюнити на самом деле. Если и зрители этого видеоролика найдутся настоящие олды, то вспомнят, что в октябре 2018 года разработчики чуть ли не каждый день выкладывали что-то новое в свою группу ВКонтакте. Разработчикам не хватает человека, который будет отвечать за контент в соцсетях. Также у разработчиков есть свой YouTube-канал. И там тоже ничего не выкладывается. На канале всего 4 ролика с геймплеем и 2 ролика с обновлениями. Их прошу заметить самыми крупными из последних. Я думаю, все помнят те самые ежедневные задания, за которые можно было получать валюту в игре. Эти ежедневные задания были отличным способом убить время. Да и к тому же за это получить дополнительную награду. На данный момент в фонафганце просто нечем заниматься, кроме как фармить и еще раз фармить. И, к сожалению, пока что такой возможности, то, что я сейчас перечислил, нету. Потому что в команде разработки всего 4 человека. Из-за этой причины как раз обновления выходят не так уж и часто, и нету возможности делать посты почти каждый день. Команде разработчиков тупо не хватает разработчиков. Да, это звучит довольно банально, но из-за этой проблемы фонафганц не может развиваться так же, как и развивался несколько лет назад. Многие люди считают, что дело в рекламе. Но пока разработчики не смогут справиться с тем, что я перечислял в этом видеоролике, игра будет просто стоять на месте, и затраты на рекламу станут бессмысленны. Да и тем более выкладывать ее будет негде. Надеюсь, я ответил на все ваши вопросы. Ну а на этом все. С вами был я, Авилов. До новых встреч. Goodbye. Bye-bye.